Приветствую вас. Сразу оговорюсь, что вы обращаетесь в раздел психологии. Психологи не гадают. И психологи не занимаются чтением мыслей других людей. Психологи работают непосредственно с клиентом. В данном случае вот я могу поработать с вами, если у вас есть такое желание. Вот. Соответственно. И разобраться с тем, что лично для вас означает данная история, что лично для вас значит такое поведение мужчины, вот почему вы пишете ему с вопросом, любит ли он вас, да? То есть, пишете вы так, как будто, ну, как будто не уверены в себе, вот. То есть, тут вот, в принципе, история такая, что можно и нужно ее исследовать. Вот. Что касается чувств человека, то лично я, конечно, не думаю, что он вас разлюбил, ну, потому что вы правильно заметили, что слишком мало времени прошло, вот, для этого, ну, для того, чтобы он вас разлюбил, вот. Поэтому я думаю, что человек просто испугался ответственности, вот. Ну, я так думаю, что человек просто испугался ответственности, вот, и, соответственно, поэтому начал давать задний ход, то есть отказываться от взятых на себя обязательств, значит, по отношению к вам, вот, и, соответственно, начал отдаляться. Мне не очень понятна тема с детьми, да, то есть, у меня есть такое ощущение, что несколько торопитесь вы с детьми, вот, торопитесь вы заводить детей, то есть, ну, как-то рано эта тема, на мой взгляд, поднимается, слишком, вот, то есть, непонятно, для чего вам дети, какую они должны сыграть роль для вас, вот, но тем не менее. А дальше, значит, так, месяц назад на последние серьезные изменения сказал, что хочет уйти
решил, мы еще понял, что это не его, боится деградировать, что его там назвали бесхребетным, что он не может командовать людьми. Ну, вполне вероятно, что у мужчины есть, случился или есть определенный, быть может, кризис в жизни. То есть человек как-то вот понял, увидел, осознал, что, ну, действовал не совсем, может быть, в соответствии с своими интересами, вот, хотя это, безусловно, нужно выяснять, вот, но факт остается фактом, да, что у него явно есть какие-то проблемы, вот. Какие-то проблемы, сложности у него есть на данный момент. Вот, и эти сложности и проблемы не позволяют ему быть с вами на том уровне, на котором он был до этого. Так, значит, у вас был разговор, что не будет детей, если он не бросит курить. Тут пошли какие-то уже, значит, ультиматумы, тут пошли какие-то уже условия, вот, на мой взгляд, совершенно непонятные. Вот, условия, и если честно, то ну, для меня немного загадка, загадкой является, почему вы ставите такие условия молодому человеку, да, то есть, как бы, то есть, получается, изначально вы его приняли, вот, таким, какой он есть, да. Ну, то есть, курящим. А теперь, соответственно, вы отказываетесь от него. Ну, на мой взгляд, это такая форма проявления власти. То есть, ну, грубо говоря, попытка подчинить человека своим желаниям, вот, каким-то, вот, даже если эти желания, ну, идут вразрез с ним сами. Ну, то есть, с интересами человека. Вот. То есть, вот такой вопрос, вы мужчину-то своего любите или как? Если любите, то его нужно понимать таким, какой он есть. И не требовать от него, чтобы он перестал там обязательно курить. И только при условии, если он сам этого хочет. Ну, то есть, если он сам решает бросить курить, например, вот. Дальше, он пробовал бросить, по его словам, 2 месяца не курил, снова начал, так как все курят вокруг. Ну, я бы сказал, что это, конечно, не аргумент совершенно, да, то есть, значит, начал курить, потому что все курят вокруг, то есть, может быть, он, ваш молодой человек, он, может быть, и
действительно такой вот не очень уверенный в себе. Но опять же, в любом случае, вас это не должно волновать, потому что у него своя жизнь, а у вас, соответственно, своя жизнь. И, конечно, лучше всего было бы, если бы вы ориентировались именно на себя в этом аспекте, вот, а не на него, вот. То есть тут у меня такое ощущение, что вы на него, да, ну, на вот мужчину возлагаете слишком, ну, слишком большие надежды, вот. Такое у меня возникло чувство, вот. Возможно, это было сопряжено с давлением на него, вот. И, соответственно, человек не выдержал. Просто не выдержал и понял, что требуется от него слишком много. Вот. Вы, если хотите сохранить с ним отношения, вы откажитесь от своих требований, да, к нему. И ну, дайте ему понять, что любите его таким, какой он есть, принимаете его таким, какой он есть, вот, и не хотите его менять, вот, соответственно. Мне кажется, что это самая разумная позиция здесь будет. Потому что вполне возможно, что вы просто-напросто мужчине постоянно давали почувствовать, что он не соответствует вашим требованиям. И это стимулировало его на то, чтобы чувствовать себя недостойным. Вот. Ну, а поскольку он не очень уверен в себе, вот, то, вероятно, ему проще уйти от вас, да, ему, ну, проще перестать с вами взаимодействовать вообще, чем пытаться что-то изменить, да, там, поменять, переделать и так далее. Вот. Вполне возможно, если бы вы немножечко, ну, по-другому ситуацию бы преподнесли ему, вполне возможно, что он бы не хотел бы с вами расстаться. Вот. Я вас не обвиняю, просто хочу сказать, что если вот все так действительно, как я
думаю, то для молодого человека это, по сути, единственный выход, чтобы сохранить себя, да, и, ну, сохранить какие-то остатки самолюбия, остатки уважения к себе и так далее. А по-другому ему просто дискомфортно. Вот. С вами. Ну, находиться. Дальше идем. Так, значит, так, писала, сегодня писала ему по ВК с вопросом, и ты типа меня любишь. А зачем вы это спрашивали? То есть, ну, для чего вы это спрашиваете? Понимаете ли вы, что, ну, в данном случае вопрос как бы такой, он провокационный вопрос на самом деле. Вот. Если вы это понимаете, то вряд ли вы думали в этот момент, ну, в тот момент, о именно мужчине. Но, скорее всего, вы думали в этот момент исключительно только о себе. Вот. Это неплохо, что вы думали о себе. Вопрос в том, чего именно вы хотите. И как вы этого добиваете. В данном случае вам вот, ну, совершенно очевидно, что не хватает любви, возможно. Но добиться этого пытаетесь через молодого человека. Так, ну дальше пошла классическая реакция на тему того, что ты хорошая девочка и так далее. Это защитная реакция, которая призвана не сообщить правду, но вот что стоит под сомнение степень вашего доверия. Ну, между вами. То есть, насколько вы доверяете друг другу. А, ну и дальше вы пишете, что ответил, что надеюсь, что в следующий раз меня не бросят. Да, то есть это такие уже игры. Манипулятивные игры. Вот. Целью которых, значит, простудить человека, вызвать вину. Ну, возможно, да, вину, чувство вины и так далее. То есть я опять же не думаю, что в этот момент вы думали о нем, да, в этот момент вы больше думали о себе. Надо только понять, в каком контексте. Вот. А дальше. Теперь вопрос, разве не странно? Ну, понимаете, может быть странно, может быть нет. Я не думаю, что для вас это имеет какое-то значение существенное. Вот, потому что вы не можете этого объяснить лишь по той простой причине, что молодой человек вам не сказал, ну, о своих мотивах, вот, поэтому вы не можете объяснить этого себе.
Но правда заключается в том, что объяснять и не нужно. Но на самом деле. Молодой человек выбрал, это его выбор. Это его право. И вам нужно решать для себя несколько иной вопрос, да, вопрос о том, что будете делать вы дальше, вот. То есть, чего хотите вы для себя? Вот это, я думаю, необходимо выяснить. А не искать в поведении молодого человека какие-то сокровенные ответы, которые вам, скорее всего, ничего не дадут. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.